Прочитал в новостях, что везде по Шинскому району скидывают снег с крыш в связи с инцидентом, связанным в Миньяре, где снег упал на голову женщины в реанимации. Проехал специально по городу Сим, посмотрел, ну и вот что увидел. Специально снял издалека. Это виднеется улица Кирова. Снег лежит на домах. Никто его не скидывал. На крышах снег. Улица Кирова. Так, это улица Пушкина. Пушкина 9. Здесь вон висят ленточки, чтобы не ходили. Видимо, он тут хорошо очень падал. А вон в конце дома виднеется снег. Так, с левой стороны у нас Кирова 10. Бывшее кафе «Вечернее». Вон идет пешеход, и над ним огромные глыбы снега. Вот не дай бог упадет, это все. Человека уже вряд ли спасут. Его просто засыпет. Колея намного правее от дома. Видимо, водители видят, что там огромные глыбы снега, и стараются правее держаться. Вон на крышах виднеется снег. Здесь хотя бы ленточки есть, что ходить нельзя. А там нету. Люди ходят. Ого! Так, это над библиотекой. Ходите, дети, в библиотеку. Странно. Вы видели, чтобы снег с крыш скидывали? Я лично нет. Проехав по городу Сим, я убедился, что его не скидывают, что он падает сам. И по странному стечению обстоятельств он еще никого не прибил.